Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку, но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но, полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь тень. Эстли дал мне половину амулета Унурату. Я получила луну, а он оставил себе солнце. Наверное, это означает, что он хочет разогнать тьму, сгустившуюся над Пайтити. Это непростое дело. Получилось. Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении – это шанс для противника. Так, видишь красный дым? Да.
Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Еще вертолеты. Яши! Тринити их отстреливает. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. Обозначьте зоны поражения! Любой ценой защищайте храм! Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Всем бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Вот источник дыма. Совсем рядом. Источник дыма. Совсем рядом. Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. Tomenaka!
привела подмогу. Я Ашиль. Я Ашиль, потомки создателей ключа Чак-Чель и ларца Иш-Чель. Они со мной. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Командир, мы видели кровь. Она с Яшилем. Чего? Не отвлекайтесь. Убейте ее. Осталось чуть-чуть. Мульту Меннака! Благодарю, Кукулькан, за дар возрождения. Мы все готовы принять твою силу. Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы. Ложь. Он приближен. Отдай ларец. Ника, я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы вместе. Спасут, и лучшие из лучших получат щедрую награду.
меня окружили, патронов больше! Нет, пожалуйста, нет! Рурк мертв. Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных, сколько сможем. Померкнет солнце, и да сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Да растают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Сила Кукулькана.
убьешь того, кто захочет уничтожить твою власть и силу! Защити нас и направь. Помоги создать все заново. Дай нам силу на поверхность солнца и уничтожить тьма, мир, который мы знаем. Найди ее! Она не должна нам помешать. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Помните, что на кону. Вы не можете проиграть. Создали сами. Thank you.
ничто не помешает мне изменить мир! Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу! Победишь Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Хочешь выстрелить в Бога? Защищать, пойдите, а не ты! Какая наглость! Да, если хочешь. Вулькан только придаст мне сил. Какая наглость!
Дорогие мои, вы можете замереть на секунду? Да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила, что бы ты сделала? Моя храбрая дочка, которая не ожидает нападения ягуара. Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. Да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мам. Помочь мне с исследованием... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет, ты мой научный ассистент. Ах, да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю, сейчас его часть.
Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Унурату, мать, воин, мятежник, царица, ветвиками. Мне грустно. Теперь мы объединим Пайтити. Как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам. И увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже Учо? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен.